прошлом году 17-летний Вовочка прибегает домой и всех ошарашивает новостью, что к нему пришла муза, написал песню о 15 минутах счастья. Видимо, что-то личное его очень тронуло. Идея песни «15 минут» пришла, когда я шел в свою академию. Я сразу достал диктофон и начал записывать слова и музыку. 15 минут, так слишком близко. 15 минут, неудержимо. Идея Вовина была. Вот, я думаю, что каждый человек в своей жизни в таком возрасте, ну вот как мы с Вовкой, там 17 лет, 16, переживает такой период в жизни, когда он думает, что он понимает, что такое любовь. Голос поправь, если слева. Я сделал аранжировку, слов как бы не хватало, и я попросил свою лучшую подругу детства написать слова на эту песню. Вовсе забытые сказки, вовсе забытые дни, как захотелось мне ласки, как захотелось любви. Вове, видимо, захотелось как-то написать об этом периоде в своей жизни. Он попросил меня, говорит: «Даш, давай напишем что-то про любовь». Говорит: «У меня вот есть припев, и мне нужно еще два куплета. Послушай музыку, если у тебя что-то есть, если придет что-то на мысль, то вот напиши, пожалуйста». Я согласилась, мне понравилась музыка, и действительно очень быстро пришли слова. Возникла идея создания клипа, который бы отвечал современному уровню и по режиссуре, и по качеству съемки. И так как Вова все свое детство проходил, прозанимался на киностудии «Симба», мы обратились к режиссеру этой студии за помощью. Еще раз огромное спасибо «Симбе». Чувство это близко, все мы умеем любить. И как бы быстротечно это чувство, может быть, в каких-то там ситуациях не было, оно есть, и оно прекрасное. И вот песня о том, как оно приходит и как быстро оно может уйти. Вовсе забытые сказки, вовсе забытые дни, как захотелось мне ласки, как захотелось любви. Но этот мир, как в театре, много фальшивой игры. Шоу, танцы, бархат, бриллианты, там повстречалась мне ты. Муза любого поэта, истина этой любви, снова воплощение света или тепло темноты. Так ты во мне оживила веру, надежду, любовь, в образ свой нежный влюбила, и закипает кровь. 15 минут, так слишком близко. 15 минут, неудержимо. 15 минут, ты со мной рядом. 15 минут, ты не беги, я все не скрою, что разлучило нас с тобою. 15 минут, от стоха до крика, ты мое солнце, ты моя вива. С тобою был рядом, только недолго жила. Сказка отравлена ядом, так не хватало тебя. Я помню нежные губы, как был тобою согрет. Но так банально разлука, счастью ответила нет. Снова пустые дороги, снова пустая душа, и в моем сердце тревоги, как ты собой хороша. Я буду помнить и верить,
я буду ждать и любить, мою печаль не измерить, ведь мне тебя не забыть. 15 минут, так слишком близко. 15 минут, неудержимо. 15 минут, ты со мной рядом. 15 минут. Ты не беги, я все не скрою, что разлучило нас с тобою. 15 минут, от стоха до крика, ты мое солнце, ты моя вива. Сценическое имя Вальдемар Станиславский мне придумали, потому что меня зовут Владимир. А в переводе на французском это Вальдемар. А Станиславский, потому что я родился в Ивано-Франковске, а это бывший Станислав. Посмотрела. О клипе Вова мне говорил уже давно. Вот, и как-то он мне звонит один день и говорит: Настя, вот завтра уже, буквально завтра мы выезжаем в Карпат на съемки клипа. Ты вот можешь? Я же помнишь, тебе говорил. Я говорю: ну хорошо, Вова, не вопрос, поедем. Они себе, а ты ей грей. Больше мне понравилась сама съемка. Путешествие в Карпаты. Было очень интересно, обстановка способствовала созданию такой атмосферы, любви, дружбы, и она прекрасно передана в самом сюжете клипа. Стой! Останавливай! Ладно, пусть скачет. В любом случае, во время написания этой песни, во время съемок, я видел, что Вовка был просто счастлив, он этим жил. Молодец, Вовка! Огромное спасибо хочется сказать моему куму Юрию Богдановичу Шкалеру, который тепло принял нас в Карпатах, в Ивано-Франковске, встретил и отвез до самых вершин на джипе, куда бы мы сами не добрались. А куда вы поехали, можно узнать? Снимались мы в Верховине. Мы нашли то, что нам надо, то, что нужно режиссеру, операторам. Горы, вокруг обрыв, и мы с Вовой на лошадях. Было безумно интересно, очень здорово, круто и в то же время страшно. Даже не будучи актером или не попавший в клип, но приняв только участие, уже мы получили огромное удовольствие от общения с артистами, со съемочной группой, с режиссером и общаясь между собой. Обсыпай его снегом, Вова, снегом обсыпай. Когда уже мы увидели готовый клип, мне, вот лично мне понравился результат, все очень здорово. Вот, действительно, как вот сама задумка клипа, которую нам рассказывали, как вот именно Вова хотел, чтобы был клип, какой он был, так он и получился. Съемки в студии очень классные были. Не ожидал, что настолько тут обстановка творческая будет. На меня вылили такое количество воды, что я поворачивался, меня пшикали, я весь мокрый был. То есть, ну, очень классно в клипе получилось. Закончили. Почти снимать. Всі, хто добре попрацював, получають квитки додому. Не лишаються в Карпатах. Так. Їдемо додому. Всім передаю привіт від мами, папі. Вова! Поїхали! Так Гагарин. Ей, лошадь, посмотри на мене. О, ёкарный театр. Улыбайся, Вова. Только не в камеру же улыбайся, а здесь улыбайся. Глаза посмотрел. Первый в клипе. Вова. Вот и все. Экстази.